Давай, вручай. А что сказать? Молодец. Во, клади туда, Никитка. Ну, положи на кровать, Никита. Дима, это тебе маленький пиздец. Никита, на, поздравь. Поздравь Диму с Новым годом. Поздравь Диму, на, поздравь Диму с Новым годом. Спасибо. Все, замечательно. Можешь сразу переодеться, иди выбрось. Что ты одеваешь? Диму. А зачем? А так почему? Я... Так наш снять сначала. Колготки. Колготки же снять надо. Так а может быть вечером, когда мы спать ложиться будем? А нет. Что нет? Ты что, уже решил спать ложиться, что ли? Да. Да? Да. Так рано же еще, Никита. Дай-ка, рано же еще. Ну, а трусики ты зачем снимаешь? Ну, что ты ищешь? Я машину ищу, зеленую. Зеленую машину? Она спереди, да? Да. Кормя машина спереди. Спереди? Давай папа. Давай папа тебе поможет. Давай. Найдем машину. Где у нас машина? Ну-ка. Давай смотреть. Вот. Зеленая машина спереди. А где зеленая? Вот зеленая. Ну одевай тогда. Классная взять. Классная по попку. На попку, да. А зеленая спереди, да? Все? Где? Вот это. Ну-ка, покажи. Вот, вот это. Вот это. Это? Это мельница. А, мельница. Никитка, ты что собираешь? Мельницу. Мельницу? Да. Хорошо. Что это такое? Это у меня мельница. Вот я люблю вот эти мельницы сделать. А вот так я закопилась и вот так думаю. Зарядка у тебя такая. Thank you.
Молодец, Никитка. Я укажу все пощики. И на землю фотографирую. Эти не фотографирую, эти снимаю. Ты пощики фотографируешь? Да. А меня фотографируешь? Нет. И машинки только. Видишь, какие хорошие. А замки это кофеешь? Чего? А замки это кофеешь? И замки тоже. Я вот так вот делаю, потому что было вообще прекрасно. Угу. Прекрасно? Да. Угу. Все, я уже все пасеки поставил. Осталось еще три детские поставить. Что поставить? Три детские. Это поставить. Пасека. Пасека. Два пасека. Если б мишки были, пчелы, то они бы ни почем. Никогда не подумали так высоко. Хорошо живет на свете. Китка. Ты какую песню поешь, Никитка? И другую. Другую? Припуха. Хотя он думал про Припуху. Да? Да, он думал. Про что он думал? А потому что он хотел пятачку пойти. А, к пятачку, да? Да. Угу. И будешь? Чего? Вот это. Будешь? Нет, не буду. Что у тебя там нарисовано, Никита? А? Что? Человечек. А что за человечек у тебя там? Это у нас человечек. А что у него там у человечка? Это. Алло. Что там у него? Ножки есть? Бумаг. Какой, каких бумаг? Я хочу порисовать. Видишь? Что тебе надо, Никита? Бумаги. Так я же тебе предложила. Никита, надо бумаги? Никита сказал, не надо бумаги. На. Так.
здесь вот как колесико. А что ты рисуешь, Никит? Я рисую такие колеса, которые люди могут сделать. Что-то. А что у тебя за сопля такая? А сопля? Я знаю. Где она? Под носом. Под носом? Да. Здесь? Да. Где мама? Такой обалочек. Никитка, скажи пока. Не, иди скажу пока. Что тебе купить надо? Новый аппарат. Тебе? Да. Новый аппарат? Да. Так, Никита, где твоя куртка? Не знаю. Как не знаю? А кто знает? Папа. А в чем завтра в садик пойдем, если будет холодно? Коля, в чем завтра пойдем в садик? Что? Фотоаппарат. Дай-ка фотоаппарат. Зачем? А я хочу фотографировать мою выставку. Выставку? Пойдем. Да. Пойдем. Дай. Сфотографируем твою выставку. Дай мне фотоаппарат. Нет, иди показывай. На Ваську не наступи. Вот. Выставка. У меня две картинки маленькие. Ну, рассказывай. Что у тебя за выставка такая? Дай. Нет, показывай. Показывай выставку свою. Как они называются твои? Расскажи, что у тебя там на рисунках нарисовано. Это не Дед Мороз, это коллекция, это машина, это водомекан, а это машина и солнце. А это что за буквы? Это буквы Никита. А кто их писал? Это я писал. Сам? Да. Точно? Я хочу фотографировать. Сейчас. Ну покажи, как ты еще раз написал их. Это какая буква? Вот эти какие две буквы? Это Н и К. К. Это А. А это А. Ну, молодец, умничка. Давай. Что мне давай? Давать? Сейчас, все, давай, даю. Ее надо повесить. Кого повесить? Покажи картинку. Надо мне. Эй, папа, пока я включаю чего. Давай ты будешь мне показывать, а я буду высокофировать. Хорошо. Давай. Покажи картинку сначала. Нет, ты лучше ее возьми. А я буду высокофировать. Ну хорошо, давай. Это ваша слово мне, мы с мужем сначала.
Называется «Папе день рождения», да, Никита? Давай еще папу тут запечатлим. Переводим. О, 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 о. Никитка, давай мы с тобой поднимем тост вместе. Да. Да. С днем рождения, скажи, папа, с днем рождения. Скажи, да? Чмок. Чмок папу. Никита. Никита, папу чмок или не чмок? Ну, не чмок. Нет, не чмок. Все. Васька нашелся. Да. Один Васька. А нет, не нашелся. Пусть его лучше будет там. Папа. Кстати, у меня фотоаппарат сломался. Да? Да. Так, и что? И мне нужен... Эй, мамина, не фотографируй, пья, мамина, не охраняй. Посмотреть что? Ой, Никитка, осторожней. Хочешь поснимать? Хочешь? Что нажимать? Кнопку. Кнопку? Нажимаю. Чик! Это еще не красную кнопку, не синюю нету. Красную? Да. Красную нет и синюю нет. Ага, понятно. Хорошо. Ну что, нажимать? Да, нажимай. Все, нажимаю. Все, пошли. Что собираешь, Никитка? Ракету. Ракету? А тебе кто ее подарил? Тебе кто ее подарил? Дед Мороз подарил ракету. Дед Мороз? Да? Дед Мороз ракету подарил. Да, себе... А что заказывали, то и подарил. Смотри, тут такие вот космические штуки. Космические штуки? Да, и вот штука какая-то. Вот штука. Угу. А вот ракета, а вот машинка. Покажи, покажи, покажи. Вот, смотри, сколько. Это цоколадная собирается просто. Дед Мороз, да, говоришь, подарил? Видишь? А вот уже на космический корабль большой. Здравствуй, дружок! Сегодня новогодний выпуск программы «Спокойной ночи, малыши». Мне должна подвести Степашка. Здравствуйте, тетя Оксана! Здравствуйте, Степашка! И